Опять у нас здесь небольшая распаковочка. На данный момент это 2 в одном. Трипод. Монопод. И стабилизатор. То есть фирмы Weifeng. Хотя некоторых называют его еще и фансером фирмы. Вставляется в такой упаковке. Идет обозначение сенсора HPH220, классический стабилизатор Steadicam до 3 кг. Хотя на самом деле это Weifeng, и у него немножко другие технические характеристики. То есть выдерживает он даже до 4 кг. Ну, давайте смакуем, что внутри. Внутри у нас находится вот такой чехол. С ручкой. Все есть здесь. Кармашек, внутри кармашка ничего нету. Есть крепление для плечевого ремня. Так, ну давайте откроем, что находится здесь. Внутри. Внутри находится плечевой ремень. Для перевязки. Так, дальше. Ключик для того, чтобы оттягивать обычный лишний краничек. Оттягиваем телюшки. Так, ну все, никакой документации. Ничего нет. Так, внутри находится сам стабилизатор. То есть вот здесь вот обозначение тип стабилизатора. То есть уровни, благодаря которым можно центрировать. Есть центральная площадка. Ой, она несъемная. Есть винт для установки камер, ну или других устройств, потому что он помимо стабилизатора еще является моноподом. То есть на 3-4 дюйма и на 1/4 дюйма. Причем одну из них можно выкрутить. Спрятать, если не будет использоваться. У меня на камере стоит одна четвертая. Можно выкрутить. Так, дальше вот здесь ручка. Чем она примечательна? Тем, что здесь можно задать любую
настроиться. Вот мы зафиксировали. Так. Более прямой угол. Что нужно? Ну, либо перевернуть в обратную сторону. То есть здесь вот эти подшипники качения. Нужно регулировать ручку, что достаточно удобно при отыскании баланса. Так, ну и теперь нижняя часть. Здесь есть система грузов, то есть стедикам необычно. А за счет трехпалой, то есть по оси идет. В данном случае то здесь три груза. Так, вот первая фиксация, то есть здесь есть ключи. Вторая фиксация. Нужно зафиксировать. Так, весит он вот сейчас вот в собранном виде, вот в таком, где-то 1 килограмм 960 грамм. В таком снаряженном виде. Так, ну и есть третья фиксация ножек. Вот такая. А здесь стандартный карабинчик, благодаря которому можно поменять расположение. Так, ну и то есть можно выкрутить, то есть, ну и каждая также откручивается. Ну вот у меня, например, для камеры Nikon D3100. Когда я его балансирую и использую, то есть мне достаточно вот этого крайнего груза. То есть достаточно хорошо все стабилизируется. Так, сегодня будет только распаковка, то есть тестирование. Ну и результат я покажу чуть в другом уже видео. То есть мне вот достаточно вот этих вот. Ну и для объектива 18-55. Так, вот в таком исполнении. Так, дальше. Он превращается в монопод. То есть сделано из алюминия. То есть и высота. Монопода становится 1 м 81 см. Последний. Крайнее значение. Высота 1 м 81 см. Здесь все про резину, достаточно качественно сделано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
удалять и забирать. Так. Ну и ну, что из себя представляет комплектация 2 в 1 трипода монопода Wayfinger и классического стабилизатора. Так, еще вот здесь имеется на площадке шкала, то есть обычно закрепляется фотокамера так, чтобы центр тяжести был на нуле. Ну и в дальнейшем при помощи вот этих винтов, то есть это смещение по оси, например, X, это смещение по оси Y, осуществляется уже более детальная и точная регулировка статикамера, чтобы он находился непосредственно в спокойном, стабильном состоянии. Да, и еще основное отличие от других статикамер с тремя грузами, есть там определенная методика выставления балансировки. Все достаточно качественно. Также, например, вот нижняя часть, ее можно выкрутить. Здесь винт. То есть, ну и по идее, то есть здесь продаются площадки. Так, единственное, что сюда не ворачивать, потому что я сюда не совпадаю. Так, ну а в следующем видео, то есть я уже покажу тестирование данного монопода, стабилизатора уже непосредственно в условиях. Всем спасибо за внимание.